Вот такие получаются лодочки. Это очень вкусно и ароматно. Привет, друзья! С вами Рустам и Оксана. Сегодня будем готовить лодочки из слоеного теста с фаршем. Вот у нас здесь фарш, яйцо понадобится, пюре уже сделали. Слоеное тесто, естественно, масло растительное, перчик по вкусу, несколько соленых огурчиков, штучки 4 таких средних, лук и кусочек сыра, грамм 50-70. Давайте готовить. Для начала порежем лук. Разогреваем сковородку, наливаем масло, обжариваем лук. Как только лук обжарился до золотистого цвета, добавляем фарш. Фарш нам нужно поперчить по вкусу, посолить по вкусу, перемешать и обжарить. Фарш готов. Сыр натираем на крупной терке, огурчики порежем кубиками. Осталось подготовить тесто. Значит, у нас здесь в пачке по 4 пласта. Делим каждый пласт на 4 части. Немного раскатываем его, так же, чтобы он был приблизительно прямоугольной формы. Делаем разрезики вот таким образом. Выкладываем пюре. Приблизительно столовую ложку. Такую же столовую ложку фарша. Немножечко соленых огурцов. Накрываем с одной стороны. То же самое делаем с другой стороны. Края склеиваем. Да, сразу нужно было разбить яйцо, подготовить его. Взболтать. Смазываем яйцо. И присыпаем сверху сыром. Духовка у нас нагревается на 180 градусов, мы включили. Выкладываем на противень. У нас здесь вот такой тефлоновый коврик. Вот. Можно просто смазать сливочным или растительным маслом. Либо это может быть силиконовый коврик. И отправляем упекаться при 180 градусах на минут 25. До красивого золотистого цвета. Всем удачи, до следующих рецептов.